Не, ну... Потому что он здесь так не играет на вращение. Он не играет на удары. Он играет на вращение. А да, на тебе первый раз неплохо играет. Он играет силовые удары. Он не дает ему так играть. Мы не досилим. Не сможет. Да, он вас руки запускает, он не дает Дане играть так сильно. Ты хочешь какую? Не сможет. Он не дает Дане играть, это очень важно, понимаешь? Даня может и хорошо играть, активно, сильно, если ему дать возможность. А если не дать, все, он крутить не может, бить его. С удобной позиции. Все, элементарная вещь, понимаешь? Там топ спинок из третьей зоны, там бам-бам, перегоны. Нет, не доходит во что-то. Все, да, вращение, да, не идет, а ударом вращение перевести не просто, очень. Сейчас хочется. Поэтому все эти удары, они проходят где удар, а где вращение не проходит. А это не способ ударом. Скорость это вращение. Да, а здесь тензор вращение, этого нет. Здесь Даня привести силы, ударом играет, силовой игрок. Да, удобно, влепи, а не удобно. Ich
Все. Он не пробивает, его вращение. Он бьет, а мяч улетает. Когда штуковка все его силы, бесполезно она. Если он не пробивает вращение, то он просто вращает. Бам! Все, мяч улетает. Китайцы пробивают все равно. Китайцы пробивают, а танки не пробивают. Танки не могут. Вращение у него не может пробить. Смотри, вот не сильно улыбает, а при необходимости он ускоряет. Да. А так не сильно. Нет, Даня не может открывать. Да иди ты мне, со своей игрой такова сильно. Крутой. Николай, не дает всем, почему не бьет. Привычка? Бить. Ударная игра, ударная техника. Бьет. А Ола вращает. Это более вероятно, более мягко, более живучий. Есть возможность, да, не ударить? Да. Все. Вот просто ему ответил, что этот летит, летит так. Ола тут есть? Ола есть тут? Стик. Добавь. Саня, не давится мяч. Я его другая вилку. Дави, Саня, дави его, гада. Надо купить, не просили в Харькове. Партия закончится. Какие? Новые? Слышь, лишь боковое сравнил. Мне надо понимать. Мне этот вообще просто разводит боковые минуты. Да, боковые очень сильно, правда. Ты знаешь, я посмотрел китайца, вообще не нижний нет смысла. Нет. Нижний это то, что можно использовать для атаки. В нем смысла нет. Такого. Абсолютно. Это то, что защиту запиливает. Но защитников чемпионов мира нет. И не будет. Никогда. Просто не дают. Все? Да, ну это все, что ты совершенствуешь. Ничего сложного не было, видишь, а вот. Генчик, там ракетка должна быть, а не рука. Перехватывай ракетку и все. Как тебе боль, а? Или воздух. Гена, ты даже здесь мешаешь, ну ёлки палки, тебя везде хватает. Звезда Ютуба. Мягко контрольно подходит, не прощает туда, куда ему надо. Теннис это не удар, теннис это игра туда, куда ты хочешь. Максимальное вращение для противника тяжелое. С одной стороны, да, с другой стороны, китайцы не для одного, а вот уже, да, да, все, да, все-таки, да, да, мне это нравится больше. Но Тима Боль тоже выиграл, да, много раз, и Овчаров-то, надо это учитывать. Они, конечно, сейчас берут на них европейские техники, все равно. Даня, Даня, шпиль, Даня. Ну что это? Это что, подача? Да нет, ну, бой. Он же не дурак. Данька не дурак. А что толку от этого, если подача, которая тебя убивает на этом уровне? Что? Не серьезно. Ну, заключает. Или он действительно один из этих? Нет, я думаю, что он включает, но он неосознанный. Не сильно, да?
Никак. И он тоже ошибается. Мне кажется, он на 2000 остановился. За счет него. Не знаю. Ну, посмотри, я работаю. Ну да, у него толчок от ног идет. И Паулов. Да, у него идет толчок. Да, идет импульс. Я посмотрел Фадеева. Фадеева тоже особенно не так. Но не пройдет. Очень маленький такой. Но Фадеев не атлетически сложен, он ноги особо не качал, он так сложен. Все равно немножко идет. Немножко идет, да. Даня чешет репу, это хорошо. Тут В, Херман. Ген, осторожней, пожалуйста. Посмотри, Пола с ним играет. Вот, ну что это? Он даже не вкладывается, сволочь такой. Он не вкладывается, он играет с ним. А Данька бедный мучается. А Ола издевается. Оле нужен серьезный соперник, чтобы он включился. Понимаешь? Я пока не вижу, когда он включился. Я видел, ты видел. Да, там он включился, но, это не, но там было у него не Даня. Там был Ола. Да, шустрый парень. Наверное, за двушку пункта. И Илья сказал, что он куда-то его вызывает. Ну, правильно. Ну, он знает, что он идея. Всех игроков знает. Да он этим живет. Все равно. Ну, просто грамотно откинул, все. Он думал, что здание будет серьезно. Иногда да. Все, он любой мяч берет и кидает, как ему надо. Выше стола, ниже стола. В этом плюс вращения. А ударная техника. Только когда тебе удобно, высокий мяч, да. А когда он ниже стола. Все. А тут можно завращать, как тебе надо. Смотри, твоя подача, которая на тебя лучше, смотри. Туда ничего не найдет, не может атаковать. Отдает просто, я атакую его. Все, мне все равно, просто. На моем уровне мне это слабо, подача. Мне нужно... Слабо? Смотри, да, ничего не может сделать. Он не может не может, он отдает, я атакую его. Задача подачи, это преимущество да. Получит. И он это делает. А задача элементарная подача, как бы, да? Он не запутал, только сверечный, нижний. Он даже не умудряется это делать. Он не видит противника. Для него Даня это так. А нас с тобой Даня порвет. Даниэль, Даня. Нижний. И Даня левша, заметьте. Как не лететь непривычно. Левша играет высоко. Даня, Даня, вифель пунктов хаздов? Вифель? Не, вифель пунктов? Ди пунктов? 1800? Хорошо. 1900. Это тоже, практически 2000. Олег, сейчас прошу прощения, там снимай сейчас. Я не закрывал. Сейчас коридор пошел к кадру. Это еще? Да. Да, вроде недалеко пошел. Кто знает, до какого числа команда? Да. А какого месяца? Тут надо у Берта спрашивать. Берт, можно, но я не знаю. Тут Илюша даже, наверное, не знает. Это не он решил. Вроде как я слышал, что Боря привезли седьмую команду. Боря?
А он есть кто? Есть смысл у Бори спросить. Да, у Бори спросить. Не, ну, надо, потому что... Боря, ну иди сюда. Боря, слух о тебе пошел. Боря. Нифига. Нифига. Если команду организует, нифига не играет. Пусть идет сюда. Ну-ка, иди сюда. Может, это... Боря, а почем ты? Почем берешь команду? Ну-ка, иди сюда, договоримся. Иди сюда, продай это дело. Теннис, подумай. Слишком сильное вращение, да, если у них команда одна выпадает. Сюда, кто? Кто? Будет играть? Наверное, он будет играть за нас. Потому что у него команда выпала. Аусен, аусен. Даня, только с глюка. Аня, мы смотрим Шпилен, да мы видим. Шпилен. Пол еще здесь успевает. Еще Генку поправить. Гена, у тебя все тренеры, тебе не многовато, а? Надо будет сегодня Генку поиметь еще. Да, обязательно. А то он расслабился. Да он же с Китая. Да, без разницы. Против русской дубины китайская ушка не канает. Против... может, он оберлеген, не тайна флага. Против русской дубины китайская ушка не канает. Просто почему у них... опять вольтейный, он же ушел с этого. Да я не знаю, просто мальчик может сказать. Я не знаю, что у него. Сколько у Оля пунктов? По 2000. Ну, по 2000, сколько? Да, 1930. Ну, одинаково. 1980. Ай! Просто они в это, я слышал, у них этот, знаешь, где? Так он тоже вольтейный, что ли, получается? Да, но это, вот, видишь, другой город. Недер... Это в районе Зигина, по-моему, где-то. А, тебе на видео посмотрим. Это на... Не здорово какой-то. А вот... Даня. Блин!
Не канай, Даня.